Нас никто никогда насильно никому не присоединял. Это была воля наших предков жить вместе с Россией. И подтверждение правильности того решения, дорогие друзья, сегодня мы наблюдаем в мире, многомиллионные народы не имеют своей государственности. Мы сегодня, ингушский народ, имеем свою государственность. И мы все должны приложить усилия для того, чтобы наша республика процветала. В истории каждого народа есть свои значимые даты. Для ингушского народа такой исторической датой является 1770 год. Это важное событие, способствующее сохранению национальной целостности народа, его духовной жизни и культуры. 17 марта 1770 году вблизи большого аула Ангушт на Большой Поляне, позже ее назвали Барт-Боси, ингушскими старейшинами, тогдашним советом тайпов, был подписан договор о добровольном присоединении Ингушетии к России. За 247 лет у России не было такого договора ни с одним регионом республикой. Были прощения или присяга на верность России. И за это время Ингушетия не нарушила ни одного пункта соглашения, заключенного с российскими руководителями. И никакие события, какие бы то станции ни исходили, от кого бы то ни было, никогда не поколеблют это наше решение. Крым есть, Крым будет всегда, навеки вечные в составе России. Россия никогда не была и не будет под кем-либо. Да здравствует наше великое Отечество, Российская Федерация. Да здравствует Республика Крым. Да здравствует Республика Ингушетия.